Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите самарские новости спорта. Самарский стрелок завоевал бронзу первенства мира. Второй результат сезона в мире по прыжкам в высоту показал самарский атлет. Лучник Эрдем Цыдыпов выиграл золото первенства России. Среди юниоров на первенстве страны по стрельбе из лука в личном зачете золотую медаль завоевал самарец Эрдем Цыдыпов. В Орле спортсмены соревновались в меткости как из блочного, так и из классического оружия. В этом году за награды сражалось рекордное количество спортсменов – 347 человек из 31 региона России. Выше всех на первенстве страны по легкой атлетике прыгнул самарец Даниил Лысенко. Он выиграл турнир с личным рекордом и лучшим результатом сезона в Европе – 2 метра 34 сантиметра. В мире этот результат сегодня признан вторым. К тому же Даниил Лысенко возглавил топ-лист российского легкоатлетического сезона. Самарский стрелок Евгений Ищенко выиграл бронзовую медаль первенства мира. В Зуле, Германия, за награды по мишеням стреляли более 500 спортсменов из 65 стран. Из малокалиберной винтовки с дистанции 50 метров лежа сборная России набрала 1855 очков, отстав от серебряного призера Норвегии всего на 0,8 балла, от чемпиона Австрии на 3 очка. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы!